студия позитивного мышления, Татьяна Салмановна Мактум, Сейфуддин, это я, мои видео, мой Life Journal, смотрите два моих канала YouTube, Татьяна Салмановна Мактум, Сейфуддин, на русском, на английском языке, больше 5000 видео, на каждом видео я, имейте это в виду, в общем кушаю шарлотку. Ох, такая шарлотка вкусная. В общем, читаю мою книгу «Тайная психология денег. Скрытое богатство и процветание». Я автор книги. На чем мы остановились? Что Джон Рокфеллер ощущал себя избранником Божьим. Так. И, конечно, зная и соблюдая духовные законы, переворачиваем страницу. Так, страница 14. Он начал помогать бедным и нуждающимся с ранних лет. С первых своих заработанных грошей он делал это всю свою жизнь. Он выбрал для себя богатство, разрешил себе стать богатым, считал себя достойным огромных денег, поэтому и стал одним из богатейших людей в мире. Деньги появились у него в огромном количестве. Читаю мою книгу. Страстное желание стать богатым, вера, соблюдение духовных законов. Страстное желание стать богатым, вера, соблюдение духовных законов, любовь к деньгам, постановка целей, достижение их, благотворительность, помощь бедным и нуждающимся привели Рокфеллера к огромному богатству. Ну, я сделала такой вывод, почему такой субъективный, наверное, такой субъективный вывод. Так что вот. Хотя, вы знаете, вот так вот могу сказать, что вот эти люди, богатейшие, вообще те люди, которые при деньгах, они очень любят деньги. Да. Очень любят деньги. У них невероятная любовь к деньгам. И как говорит Наталья Правдина, деньги любят счет, знаете, деньги к деньгам. То есть, знаете, деньги вообще любят счет, и вообще деньги к деньгам. Судя по всему, эти люди так любят деньги, любят, чтобы деньги работали на них, в общем, вкладывают их в какие-то бизнесы, в общем, приумножают деньги и получают, наверное, от этого огромное удовольствие. Понимаете, вот у них есть деньги, они эти деньги приумножают. То есть есть деньги, а следующий месяц еще большая сумма. И они от этого получают огромное удовольствие, что у них стало еще больше денег. То есть они их как бы не тратят такими количествами, они их, понимаете, накапливают. Вот такие вот дела. Кстати, в слове богатство корень Бог. Корень Бог. Получается, что богатство от Бога. Иметь деньги, быть богатым – это хорошо. Так, замечательно, духовно. А в бедности ничего хорошего нет. Объявите себя богатым и процветающим. Вам ничего не останется. Как соответствовать этому образу, так как вы будете излучать вибрации, посылать в мир энергию, которая поможет вам стать богатым. Ваши мысли будут воздействовать на ваши чувства, и вы начнете действовать соответствующе. Ох, да, вообще как-то я так вот любила, знаете, по 2005-2006 году, знаете, по 2007, с такой мотивацией, знаете, так замотивироваться, в общем, замотивироваться. Страница 15. Переходим к прочтению страницы 15 моей книги. Сделайте свой выбор и скажите: я выбираю новую жизнь, полную счастья, процветания и богатства. Я открыта и готова принять это в свой мир. Я достойна всего самого лучшего, что может предложить этот мир. Я рождена стать богатой. Да будет так, так оно и есть, и мой выбор священен. Вот такие вот дела.
Кстати, Билл Гейтс, один из самых богатых людей в мире, еще учась в школе, уверенно заявил своему другу о намерении стать к 20 годам миллионером. Если вы хотите стать миллионером, так и скажите, заявите, провозгласите, объявите себя достойным богатства. Про Билла Гейтса это я тоже вычитала. То есть, такие вот цитаты, факты. К мою книгу я писала на основе литературы, на основе книг, там, как скажем, просмотренных мной видеоматериалов, вот такие вот дела. У меня есть огромное количество цитат. Так что вот, ощутите себя избранным судьбой. Вам доступно все, для вас нет ничего невозможного. Ступайте смело, и перед вами будут открываться любые двери. Вы достойны богатства и процветания. Поверьте в это, поставьте цель и докажите себе и всем, что вы могущественны и можете все. Так что вот, как я сказала сегодня Василию Вариановичу, я говорю, вот уже 4 года, он говорит, какие 4? Уже 5 лет, считайте. 16, 17, 18, 19 и 20 уже прошел. Татьяна Салмановна, уже 5 лет. 5 лет. Наступил 2021 год. Так что вот. В общем, страница 15. Страница 15. Или нужно тут это, пейзаж. Ладно, сейчас я покажу пейзаж. Такие восьмиминутные видео. Знаете, студия позитивного мышления. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, это я. Такие вот дела. Сейчас нужна. Сейчас я открою. Сейчас открою я мою страницу. Страницу ВКонтакте. Сейчас она открывается. Сейчас пейзаж покажу. Пейзаж. В общем, кушаю шарлотку. Мои денежки, имейте в виду. Кстати, мои денежки. Страница открывается. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин.